Ну что ж, друзья, всем привет. Второй день эксперимента бренда и ИП. Напомню, что рейтинг у меня 19, а машину я забрендировал. Не хватает у меня только платины и то, что Яндекс меня немножко почикал по баллам за всякие недоразумения. В общем, вот. Вчерашний день был отвратителен с точки зрения заработка, но в то же время сегодня четверг, и, возможно, будет лучше. Возможно. Вот я и хочу это проверить. Так что устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра. Погнали! Так, ну что, первый заказ. 8 километров 21 минуту пишет, но мы еще не подались. У нас тачек 55 с катерников. Ну, блин, я рассчитывал на больше, если честно. Но если что, мы просто вернемся сюда. И все. А так летим на заказ. Тачек. Ага. Так, 460 рублей, наличка, скинули на карту. Ну, впрочем, ничего нового. Ехали мы где-то минут 17, может быть. Так, возвращаемся обратно, потому что кэфы еще горят. Мы только на Кировском заводе, нечего тут делать. Так что сейчас быстро перепрыгиваем через мост по Жукова и обратненько. Там еще вот что-нибудь поймаем, по-любому поймаем. Господа, значит, пришел заказ КФМ 1.3 Комфорт Плюс на Варшавскую улицу с Ленинского проспекта 95. Ну, мы как раз туда и направлялись, так что, блин, 6 минут подачи, я надеюсь, дождутся. И летим на Варшавскую. Шикарно. Вот это интересно. На Варшавской можно будет поймать что-то или, может быть, куда-нибудь переместиться. В общем, мне все нравится. Так, господа, ну, в общем, мне не доехать до пассажира, мне не доехать, сейчас вам покажу. Вот столько, это порядка 400 метров. А потому что там объезжают козлы пробку. И, ну, короче, он позвонил, сказал, я эту тему, говорит, знаю. Я, говорит, дойду до сюда. Ну, в общем, вот, жду. Здравствуйте. Спасибо. Всего доброго. До свидания. $493. Господа, пришел Коплюс. Только я подъехал к Пулковской улице. С Пулковской улицы мне Коплюс и упал. Поедем на Малоохтинский проспект без коэффициента. Но уже коэффициенты спали, 9 утра. Так что без кэфов. Но с Коплюсом. Так что летим на заказ. Здравствуйте. $696. Ну, конечно, пипец, но за 27 минут нормально. Сходу в лед Коплюс с Шаумяна на Дальневосточный. Вот сегодня что-то я начинаю верить в то, что я сделал. Вчера, конечно, это было не очевидно. Ну все. Пока что неплохо идем. Мне даже нравится. Начинает нравиться, точнее. Все, давайте следующий заказик пахнем. Так, бывало, забирали отсюда ребят. Погодите, он что, по встречке нормальный кент вообще? Да, так и живем. $311. Но это было очень быстро, 9 минут.
господа, снова Коплюс. С большевиков, если я не ошибаюсь, на профессора Попова летим. Сегодня исключительно Коплюсы пока что летят. Это хорошо. Да, по времени и километражу мы едем 16 километров. 34 минуты, надеюсь. Управимся быстрее. Да, здесь я мониторил заказики. Ну, честно говоря, не успею, наверное, посчитать, сколько этот будет стоить. А может, и успею. Ну, короче, стоить это будет примерно 700 рублей, если без скидоньки. А если со скидонькой, то и того меньше. 634. Ну, блин, такое, конечно. Ну, я так понял, что теперь это норма. Теперь у нас такой ценник. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Попова, да, у вас? Да. Господа, 716 рублей. Да, мы ехали без скидки. И еще и оставили чай. 800 по итогу. Кайф. Работаем дальше. Мы с вами на профессора Попова. Понятия не имею, куда здесь ехать. Ненавижу Петроградку. Никогда здесь заказ не получаю нормально. Это чистая случайность. Господа, спустя где-то полчаса пришел таки мне на Петроградке Коплюс. С включенным комфортом, прошу заметить. С Каменноостровского проспекта в Лотте-отель. Not bad. Ой, мне сюда. Не страшно. Мы в Убере. Нам все можно. Блять. Стыдно, но что делать? Может быть, все уберасты это блогеры. Они снимают и не следят за дорогой немножечко. Навигатор не лупят. Опа, какой Майбах роскошный, роскошный, ой-ой-ой. Так, ну вроде все, мы выправили ситуацию. Дальше едем поспокойней. Так, оценим-ка. Вашу мать, 30 минут, 8 километров. Можно даже 6 за 30. А это как? Ага. Ага, ну наверное все-таки так поедем. Так, смотрите прикол. Значит, точку-то чувак поставил прямо на островке, короче, безопасности, вот на Петроге, кто знает. Ну, это же идиотизм, правильно, его же там нет. И поэтому я проехал сюда. Стал на остановочке, хоть как-то законно, хоть чуть-чуть. Так, и я, естественно, никого здесь не вижу. Написать ему нельзя, звонить ему не буду, потому что он идиот. Пусть сам звонит. Здравствуйте. Вот отель? Да. Сколько же денег? Я только что смотрел на эту цифру. Внимание, у меня прям 517 рублей. Грязи. Ну, мы ехали, правда, ни хрена, не 37 минут, как он показывал. Что-то он какую-то дичь показывал. Я ехал где-то минут, наверное, 27. Вот, находимся мы прямо у Астории, у Англитеры. Ну и мы, конечно же, встанем на Синий мост. Конечно же, на родимый Синий мост. Постоим здесь, потупим. Хотел же я вам снять, что мне заказ пришел. Но есть кенты, которые балуются. Коплюс это был на улице Восстания. Зеленина? Да. Только так. Так, заказик стоил 289 рублей. Ну, коротыш такой, за 11 минут мы управились. И вот следующий заказ тоже комфорт. Тот комфорт и этот комфорт. Что-то, блин, я, короче, ехал обедать с товарищем. И отменил Коплюс на парашютную с Васьки. И, блин, чувствую, зря я это сделал, конечно, но нет. Потому что я отлично пообедал, и оно того стоило. Но теперь меня очень долго был без заказа, а теперь и вовсе меня закидывает комфортом. Это, конечно, слезы. 1,8 километра, твою ж медь.
6 минут. Ну хрен с ним. Переместимся на Большой проспект, там может быть будет покруче. Здравствуйте. Здравствуйте. Большой проспект? Да. Так, такое ощущение, что я исчерпал лимит комфорт плюсов за сегодня. Опять комфорт. Но на этот раз на переулок Гревцова с Большой Зеленина, значит, я отключу сейчас комфорт, потому что с Гревцова я намерен уехать только по К-плюсу. Поэтому заранее его отключили. Все, летим. Так, ну что ж, друзья, 336 рублей, ехали 17 минут. Кстати, очень даже неплохой заказ получился по комфорту. И мы, естественно, на Гревцова уже подгребаем к Синему мосту, нашему любимому. Отсюда надо что-то взять. Только что падал заказ, но был отозван сервисом предательски. Так, господа, тут же заказик по К-плюсу с Малой Морской набережной до Петроградской набережной. Ну, в целом, неплохо. Надеюсь, дождутся. Правда, он пишет что-то до хрена подача, но она, конечно же, не такая. Работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Петроградская набережная? Да, да. Ой, не закрыть. Чуть посильнее. Так, заказ завершен. 396 рублей. Кстати, очень неплохой К-плюс получился всего-то за 14 минут. Это просто кайф. Вот так бы всегда я возил, но не часто выходят подобные заказы. Так, мы с вами на Петроге. У Авроры были. Сейчас немножко уже отъехали. Надо бы включить комфорт, я подозреваю. А то что-то ни хрена не падает. Надо все. Комфорт активейтед. Ждем заказ. Сейчас по Куйбышеву будем ползти. Я даже не знаю, в какую сторону. Наверное, по Кронверской набережной. Ой, да. Наверное, мы по Кронверской набережной поедем. Или по проспекту. Еще не решил. В общем, и там вроде пробок нет. Есть в обратную сторону. Но это слава богу. Вот. Так что покатим в этом направлении. Может быть, на Добролюбово что-нибудь и схватим, кстати говоря, почему нет. Так что летим в эту сторону. Citroen, все отлично. Так, господа, еще одна минималочка по К-плюсу прилетела и уже выполнена, потому что она была на всего 7 минут 227 рублей. Гадость, но мы возим теперь такое. Любопытно, ресторан Ко-ко-ко теперь в Новой Голландии. Я нахрен не знал, то есть вот вообще не знал. Офигеть. Теперь будем возить сюда. Так, друзья, очередной К-плюс. С Невского 15. Так, Камри, подвинься, спасибо. Господи, слушайте, я походу оставлю Uber. Можно ездить просто как гопарь последний. И все просто шарахаются от тебя. Мне кажется, вот почему люди оклеиваются. В первоочередной это не приоритет в заказах, а вот чтобы реально кого-нибудь щемануть на дороге и тем самым проехать быстрее. Прям мне нравится. Но это, конечно, не мой стиль езды, но иногда можно. Так, о чем я? Значит, в Рэдисон мы едем на... Ну, тоже на Невский. Литейный Невский. Вот туда. Надеюсь, это будет быстро. Здрасте. Здравствуйте. Рэдисон. Так, господа, значит, что произошло? Я немножко не снимал, потому что, короче, я боролся с телефоном, он у меня перестал меня видеть на карте в программе Яндекса, и, короче, понеслась. Я пролюбил все коэффициенты у Почтамской, я все пролюбил. Поймал только захудалый 1.2 до Васьки, когда уже, в общем-то, все закончилось, когда я все наладил. И поэтому мой заработок сегодня опять не удел. 4.400. Это очень плохо. Это очень слабо, это очень плохо. А с такими баллами, что у меня, это отвратительно.
Я понял, что что-то неладное, когда ребятам с плюс 7 начало приходить быстрее меня. Но это же не может быть так. Но оказалось, что может. Вот вам и баллы приоритета. Они вообще ни хера не дают, ребят. Они... Ну, я, конечно, сейчас сделаю скидку на то, что мой телефон не работал, но тем не менее, сначала людям приходили заказы, а уже потом мне. И это странно. Вот. Заработал я сегодня... Ну, ладно, с чаем там 4600 получилось, скажем так. Минус бензин. Ну, короче, сегодня прям говно. Как и вчера, собственно. Так и сегодня. Не удается мне по разным причинам что-то как-то вывести. Хотя, вроде, блин, стараюсь. Не схожу с линии особо, только если пообедать. Ну, значит, надо вот работать усердней. Этим мы займемся завтра. Завтра пятница. Должно быть неплохо. Вот. Как-то вот так. Так что всем спасибо, что посмотрели данный ролик. Пишите, как у вас с баллами, на самом деле. Напишите, какой у вас приоритет и как чувствуете ли вы, что вас обделяют заказами, даже если вам кажется, что приоритет нормальный. Допустим, вот у меня плюс 19. И я чувствую, что трындец, как бы, должно быть лучше. Реально должно быть лучше. То есть ни оклейка не работает, ни ИП. Я ощущаю себя наравне с ребятами, которые не обклеены на парке. То есть... Вообще никакой разницы. Так, если нет никакой разницы, зачем возить на себе это дерьмо? Поэтому, как бы, еще неделя экспериментов и, как бы, нахрен, я это все сниму. Я прям вообще не собираюсь возить это на себе, если это настолько не работает. Если бы это работало хотя бы чуть-чуть, я бы, наверное, может быть, даже оставил. Но нет, не в этот раз, походу. Так что как-то так. Всем спасибо, что посмотрели данный ролик. Огромное вам всем удачи. Подписывайтесь на канал. Лукас. Не забудьте Лукас. И пока. До новых встреч.